там все спите, чтобы было поменьше народу, я выйду в прямой эфир. Сейчас мы едем на экскурсию. Вот. Истории не выкладываю, потому что вы все возмущаетесь, что их слишком много. Вы все возмущаетесь, что они все в квадратиках. То вам это не нравится, то вам то не нравится. Короче, все будет на YouTube. Я все буду снимать. Ну, потом большим-большим видеофильмом сделаю на YouTube. Ссылка будет. Вот. Все, что хотите смотреть, пожалуйста, переходите там по ссылке и смотрите на YouTube-канале, комментируйте вам. Ну, все, что хотите, то и делайте. Вот. В Инстаграме будут такие кратковременные видео. И все. Привет, дура. Привет, долбоеб. Я думала, спят люди неадекватные. Как раз таки я ошибалась, наверное, как раз таки неадекватные в такое время не спят, а адекватные спят, вот, да. К сожалению. Хай-хай-хай. Просто выкладываю все, смотрим большим удовольствием. Кому не нравится, пусть не смотрят. Ой, косичек много. По поводу этого. Да еще, я не знаю, скажите, у вас тоже сторисы в квадратиках? Я просто, когда их пересматриваю, они все в квадратиках. Я не пойму. Или, ну, так-то я снимаю хорошего качества, у меня все. А когда смотрю, видимо, она загружается, и из-за интернета, из-за плохой связи все загружается в квадратиках. И меня это тоже дико бесит. Вот, а я хочу, чтобы все смотрели в хорошем качестве. Адекватно, есть 3 утра. Отлично! Ну, 3 утра, это не 5 и не 4. Я заблужусь. Вот. И я вас люблю. Тут очень много китайцев. Они прям любят Таиланд. А сюда они приезжают за латексом, как я поняла. Потому что у них латекса нет. А хотите посмотреть на моих хейтеров? Вот они, мои хорошие, гуляют, на прогулочку вышли. Привет! Ну что ты молчишь? Давай, давай, давай. Видишь, меня увидели, и все. И словом вымолвить не могут. Как я уйду, так разорется на всю Ивановскую. Сколько времени у нас? У нас 7:30. Всегда жду сторис, даже квадратика, хотя у меня нет никаких квадратиков, отличное качество. Что, серьезно, да? Ну, это тогда хорошо. А я думала, что плохого качества все грузится. Здесь у нас проходит завтрак. Где-то тут Руслан хавает. Не знаю, где, может, уже поел. Мне показывает, что хорошего качества у вас видео. На завтрак я практически ничего не ем. Сегодня я вообще на завтрак не ходила. Я беру оттуда йогурт без сахара и заливаю им свою льняную кашу, которую я взяла с собой. И все. Вот. Ой, уже 35 минут. Блин. Вообще не туда пошла, ребят. Я, как всегда, неправильно пошла. Сейчас экскурсия начнется. Поедем с Анекс-туром. Честно, я не очень им доверяю всех экскурсиями. Ну да ладно. Там, короче, будет про слонов. Будем ездить на слона, все такое. Мне кажется, ли вы мне ответили, привет, Волгоград, собираемся. Собираемся, собираемся в Краснодарский край. Конечно, езжайте. Аж заебались, Ксюша. Не, я сказала, это вы сказали. Привет, Якутия, привет, отличное качество. Ну все, слава богу, я очень рада, спасибо. Как ваше имя на YouTube? Точно так же, как и в Instagram. Наконец-то прямой эфир. Кстати, я здесь и не выходила в прямой эфир. Я берегла свои нервы. Поэтому я люблю выходить в такое время, когда очень мало народу, не 1150 человек, а 150. Вот.
Отлично, отлично, спасибо. Идеальная семья, спасибо, стараемся. Сколько времени? Время 7:35. Час 43. Да, у всех, всех разное время, потому что находимся мы в разных полюсах Земли. А, Русик уже тут сидит. На ресепшене. Далекого Сахалин. Привет, привет, Сахалин. Я вообще Русику предлагала отсюда поехать на Дальний Восток, в Хабаровск. Он не хочет. Вот. Не хотит, так сказать. Не заставишь его. Как относишься к специям, к еде? Ну, смотря какие. Разные же специи бывают. Питер, у вас уже, наверное, рассвет вовсю, да? В такое-то время. Hello, hello. Hello. Самбадика! Это как приветствуют в Тае. Очень интересно. А про кардио-тренировки наберите решетка Цитриан кардио. Там будет подробный пост. Владивосток. Ну, я бы с радостью. Везде бы. Ой, в Лос-Анджелес. Это вообще моя мечта. Приехать в Лос-Анджелес. Обязательно приеду. Приезжай сама. А то он, думаете, меня отпустит? Я бы уже давно полетела. Он же меня туда не отпустит одну. Прибьют меня там кое-какие личности. 5 часов экзамена, я еще не ложилась. Ну ничего такое бывает, это абсолютно вполне нормальное состояние. У меня такое перед соревнованиями, у меня в 7 утра макияж, сборы, 5 утра, я не могу уснуть. Поэтому все в порядке. Значит, сдашь экзамен на отлично, значит, очень переживаешь, значит, очень готовилась. Вот, так что настраивайся на энергетику положительную, все у тебя будет хорошо. Как можно найти перезагрузку Оксаны? Все в Ютубе. Скажи, пожалуйста, сделать силовую на ноги, попу, махи с утяжелителями. Это ноги не худеют. Тут, смотря как вы будете комбинировать данную тренировку. Что-либо худеет, только правильное питание с дефицитом калорий. А потом уже дополнительно правильно построенный тренировочный план. А где жили именно в Хабаровске? Жила я на Беломорской, на Вяземской, в районе Степная. У меня брат был в Тае, говорит, дорого за всякие экскурсии, где лучше побывать. Ну, конечно, дорого, тут все дорого, как бы, ну, если везде разъезжать в течение 2 недель, там, кушать и так далее, то, конечно, не дешево, тем более ни одной. Что произошло с Оксаной? Да ничего не произошло, это вы что-то там раздуваете, непонятно что и как. Я вообще не понимаю, что вы творите на самом деле. А ее реакция просто вообще жесть. Поэтому все, что было, да, то, что тот пост я огласила перед последним днем перезагрузки, я это сказала все лично, с глазу на глаз. Все, видео монтируется, закрыли тему, когда видео будет готово, посмотрите все, что я ей сказала, тет-а-тет, на индивидуальных, так сказать, беседах. Все. Потом я ничего не говорила, я молчала. И мне все тыкают. А что, Оксана дальше по твоей программе не занимается? А что, Оксана тебя не благодарила? А что, Оксана то... Поблагодарила, подарила букет цветов. Все хорошо. По программе моей я ей выслала эту программу еще в начале перезагрузки. Она занимается по этой программе. Она сказала, дальше ее спросили, Оксан, ты будешь заказывать дальше программу? Она сказала, нет, мне все дали. Больше я программу заказывать не буду. Оксан, ты будешь питаться у CrossFood? Нет, не буду, я сама. Все, я цитирую ее слова. Это единственное, как я ответила, да, на данный комментарий. Будет ли она заниматься по моей программе или нет. Все, больше я ничего комментировать и не стану и не комментировала. Едем на экскурсию. Сколько стоит покушать тай морепродукты? Ну, смотрите, Руслан заказывал лобстер. Такой
большой достаточно. 3000 бат. Ой, вру, не 3000 бат. Где-то 1500 бат на наши, получается, 3000 рублей. Ну, по сути, там есть вообще нечего. Просто нечего. Там кучу-кучу сыра, а мясо вот столечко. Бардвей в Пхукете. Но я-то видела его в Паттайе на Волкин-стрит. Честно, в плане какой-то ночной жизни, ну, я-то особо этим не увлекаюсь, мне неинтересно. Я иду вот с таким лицом. Ну, хотя тут этих трансвеститов поменьше, тут более-менее поприличнее, более-менее все это как-то закрыто. Паттайя более такая грязная, более такая развратная. Там очень много народу, очень много русских туристов. Здесь их практически нету. Вот, что хорошо. Поэтому как-то так. Спасибо, Лев Александрович, сделала очень хороший старт. Ага. Ладно, ребят, поехали. Сейчас уже автобус приедет. Вот. И чуть попозже. Не знаю, когда. Вот. Если что, я выйду еще раз в прямой эфир. С вами поболтаю. Ну, этот сохраню. Для тех, кто проспал. Все, спасибо. Всем пока-пока.